Дороги не чищены. С такой жалобой сегодня к нам в редакцию. По телефону 2-900-333 звонят десятки красноярцев. Горожане рассказывают, на большинстве магистралей, таких как 2-я, Брянская, Ладоки-Цхавели, 9 мая, Мира, Карла Маркса, Республики, Северное шоссе и проспект Свободный образовалась снежная каша, а некоторые участки не подсыпаны. Поэтому максимальная скорость, с которой могут двигаться водители, 40 км/ч. Недовольны водители и сугробами вдоль дорог. Из-за этого проезжая часть становится уже. Есть жалобы у красноярцев и на работу управляющих компаний, не чистящих дворы от снега. В департаменте городского хозяйства говорят, работы ведутся.